Всем привет, братики! С вами Дмитрий Вайс. Я рад приветствовать вас на канале Разума, на канале Здравого, на канале Смысла. С вами Дмитрий Вайс. Я поздравляю вас, братики, с Новым годом. Я поздравляю вас с наступающим. Чтобы вы воздерживались, чтобы все у вас было заебись в жизни. Ну а я вам поведаю какую-нибудь сейчас интересную историю, которая произошла со мной. И мы сделаем анализ, и мы проведем мораль, почему так произошло и что нужно было делать. Итак, не так уж давно, я жил в Ялте. Я жил в прекрасном городе счастья, порока. И было многое. Начинал я свой путь именно там, свой вот путь становления, путь воздержания, я тоже там начинал, по факту. И много чего было, довольно много. Короче, были разные девушки, с которыми я знакомился. Была одна особа, значит, которую я, можно сказать, даже полюбил. Но в силу своей тупости, неопытности, я многое, как, ну, понимаете, прошляпил, короче. Несмотря на то, что все шло ко мне в руки, все шло просто ко мне, сыпалось, понимаете, к ней с неба. Золотой дождь, блядь, хотел сказать. Не-не-не, нахуй, вы че? Была одна девчонка, с виду, хуй ты скажешь на нее, что она там какая-то, блядь, такая-сякая. Вообще, ботанка просто, какая-то просто мымра, я не знаю, там. Еще так далее. Но стоило ей преобразиться, снять очки, распустить хвост. Она становится новой Сашей Грей, блять, внезапно. Можете себе такое представить? Это ебучая реклама. Сейчас, секунду. Сейчас эти шлюхи, да, конечно. Смотрите, какая ситуация. Нормальная была девчонка, на самом деле, просто образ у нее такой, вот эти очки, понимаете, вот это все. Она строила себе ботанку, но она не являлась таковой. То есть я раскусил ее, она меня наебать хотела просто, Я в силу своей неопытности начал за ней бегать, начал с ней там то, цветочки, блять, там, ой, а хочешь я тебе куплю мороженое? А хочешь, я тебе там подарю? Ой, а что ты хочешь, блядь? Вот это начинается. Вот, это, вот я ебаный куколт, олень, блядь, понимаете? На тот момент не было опыта, не было понимания элементарного, что не нужно бегать за тёлками, блядь. Не нужно за этими... Короче, там все должно наоборот работать. Я же с ней все. И она была, да, там фельдшером училась. Суть в том, что да, я для нее все, блядь, она нихуя, понимаете? Она вроде велась, а потом я соленил, короче, в один момент я реально соленил. Я позвал ее, и там было полчаса, реально было полчаса для того, чтобы все произошло у нас с ней. Блядь, я соленил, короче. Я вот честно каюсь перед Господом Богом, Иисусом Христом, перед всеми святыми. Я каюсь, я соленил в этот момент, я не воспользовался. Но, как оказалось, я правильно сделал. То есть я поступил по-праведному, я поступил по-православному, по-христиански. Потому что она, оказывается, и хотела изменить своему парню, который потом мне предъявлял, что типа, мол, какого хуя ты такой-сякой там пишешь, общаешься. А я говорю, ты чё, долбоёб? Типа, я по тебе вообще не знал, это раз. Во-вторых, блядь, я без пяти минут, блядь, в ней уже был, нахуй. А ты мне сейчас задаёшь какие-то, типа, ой, чё ты, кто такой, блядь, пиздец. Ну, извиняюсь за свой французский. Я реально... Так, заткни, ебало. Я реально, ребята, реально охуел от того, что, типа, она хотела... Блядь, не хотела, она это уже сделала, если... Это был не я, это был 100% другой чувак, но она ему изменила. Я в этом уверен, ну, абсолютно. Я считываю шлюх, как свои 5 пальцев. Блять, мне считать шлюху вообще ничего не стоит, вот я вам реально отвечаю. Она изменила своему парню. Ого. А я для нее все, и цветочки, а хочешь это, а хочешь то, блять. Я с нее с работы уйду, блять, приду, нахуй, пошли в кино, пошли сюда.
Ёбаный олень, блядь, чё ты, сука, творил, блядь, вообще? Вот я сам себе говорю, да? Что происходило вообще? Потом дальше. Прошло опять же время. Я ее что-то встречаю, блядь. И она с каким-то пацаном, значит, сидит, продает мороженое, блядь. Продает мороженое. С каким-то хачом, блядь. Я думаю, ебать, думаю. Чё? Чё за дела вообще? Чё происходит? Типа, мы тут с тобой это, то, а потом она уже с каким-то хачом, блядь, сидит. Я понял, что мне такая девушка, в кавычках, нахуй не нужна такая. Ш-Л-Ю-Эх-А, понимаете, о чем я говорю? Мне такая нахуй не нужна, вот серьезно. Поэтому как бы с ней никаких разговоров, никаких... Ничего быть с ней общего не может, в принципе. В принципе. Я вам реально говорю, и всех советую, если считали... А считать шлюху очень просто. То есть это я вам говорю, это... Вообще на изи просто. Вот. Такие дела, да. Поэтому, ребята, всегда смотрите, всегда, блядь, всегда, всегда, всегда. Если девушка легкого поведения, прелюбодейка, всегда нахуй, всегда. Это никогда, блядь, вот напишите себе на лбу, я не знаю. А как вот считать, а скажешь, а как понять, да? А как понять? Да очень просто. Она может себя лепить кого угодно. Хоть тачки надеть, хоть бантики, хоть там, блядь, косички себе заплетать, чё нахуй угодно. Хоть одеваться там, блядь, в эти хибабы, как эти называются. Короче, вы поняли. Девушку считать нужно по поведению. У нее взгляд. Я по взгляду шлюх определяю. По взгляду, блядь. Мне достаточно посмотреть на нее, как она смотрит на человека. Все, это шлюха. Я его сразу скажу. Это шлюха. А это вроде хорошая, да? Ну, опять же, 50 на 50. Ну, шлюху я узнаю вот из тысячи, блядь. Из тысячи, нахуй. И вот так оно и произошло, короче. В натуре, да? Это, да, ну, так. То, сё, 3-10. Но потом я нашел других. Там было много. Много девушек у меня было. Я просто научился в этом разбираться на самом-то деле. Ну, я это, ну, не вчера родился. Я реально понимаю, о чем говорю. Я это шарю в этой теме. Вот. Шлюху вычислить легко. Она будет всегда падка на то, чтобы ей там какой-нибудь подарочек, там денежки ей туда, блядь, засунули куда-нибудь, трусы и так далее. То есть для девушки это как манна небесная, блядь, понимаете? Нормальная девушка, она всегда, она и за себя в первое скажет и заплатит, блядь, она не будет ни клянчить, она будет с доброй души отдавать всегда, а не всегда с расчетом на то, что типа она тебе в долг сейчас дала себя или свои там, она тебе заплатила сейчас, да, но она в долг это сделала, блядь, понимаете? Ну не должно такого. А были нормальные девчонки, ну были как относительно, такие были, что я как бы на рынок пришел, а мне реально, ну на карте нет денег, там дома налик лежит. А я говорю, слышь, говорю, мне там, вот мне надо то, купи мне, слышь, ну там, по-братски. Она такая, да не вопрос. Там, и мы пошли, и скупились мне и футболок, и трусов, и чего угодно, блядь. Она даже не заикнулась, что типа, да как так, блядь, да вот так, нахуй. Просто нужно быть человеком, блядь, в любой ситуации. А не свою шлюшью натуру, блядь, показывать, что ты такая-сякая, блядь, Тебе только палец в рот не клади, блядь, ты сразу его откусишь, нахуй. Вот и все. А есть такие девушки, ну, в натуре, ну, по ним, блядь, на лице написано, ну, шлюха-то, блядь, ну, все, ну, куда ты лезешь? Сам себя, блядь, одергиваю. Куда, нахуй, зачем, блядь? И только деньги нужны, блядь. И только нужны, блядь, вот эти, все вот эти вот блага, блядь. Она любовь, она не знает, что такое любовь. Она не знает, что такое доброта, блядь. Не знает, что такое понимание, она живет, блядь, как я не знаю, нахуй. Как у Христа за пазухой, блядь. И думает, что ей все дозволено. Да нихуя, блядь. Прелюбодеек надо вообще пиздить. По-хорошему надо их вообще ебашить. А лучше садить, нахуй, в тюрьму навечно, ебать. Вот это будет вообще красота. Не, ну, ребят, ладно, это юмор. С вами был Дмитрий Вайс. Как бы с Новым годом. Не обижайтесь.